Good morning. Forward. Прежде чем приступить к первому заданию, познакомимся с новыми словами. Смотрите перевод и транскрипцию по словарю. Village – деревня. Station – станция. Football pitch – футбольное поле. Bridge – мост. River – река. Little – маленький. Giant – гигантский. Don't touch – не трогай. Unit 24, exercise 1. Раздел 24, упражнение 1. Listen, look and repeat. Слушай, смотри, повторяй. We're making a model village. We are making a model village. Мы делаем модель деревни. Don't touch Sally. Don't touch Sally. Не трогай Sally. Look, we've got a station and a little train. Look, we've got a station and a little train. У нас есть железнодорожная станция и небольшой поезд. And lots of houses. And lots of houses. И много домов. Is there a school? Is there a school? Там есть школа. No, but there's a football pitch. No. But there is a football pitch. Нет, но там есть футбольное поле. And there's a river. And where's the bridge? And there's a river. And там есть река. И where's the bridge? Где мост? Sally, have you got the bridge? Sally, have you got the bridge? Sally, мост у тебя? Give it to me. Give it to me. Дай его мне. Look out! There's a giant monster! Look out! There's a giant monster! Смотри! Там гигантский монстр! Unit 24, exercise 2. Раздел 24, задание 2. Прочитай. Сейчас мы просто прочитаем и вспомним местоимение. I've got. У меня есть. You've got. У тебя есть. He's got. У него есть. She's got. У нее есть. We've got. У нас есть. They've got. У них есть. Unit 24, exercise 3. Раздел 24, задание 3. Прочитайте текст и разыграйте его по ролям. Послушайте еще раз весь текст целиком. We're making a model village. Don't touch Sally. Look, we've got a station and a little train and lots of houses. Is there a school? No. But there's a football pitch, and there's a river, and where's the bridge? Sally, have you got the bridge? Give it to me. Look out! There's a giant monster! Oh no! Exercise 4. Там есть вокзал. Is there a station? Разыграйте диалоги по образцу. Используя рисунки на странице 54-55. Образец. Is there a river? Там есть река? Yes. Открываем страницу 54-55, смотрим на картинки, задаем вопросы и отвечаем на них. Первая картинка. Is there a village? Yes. Там есть деревня? Да. Вторая картинка. Is there a station and a little train? Там есть вокзал и маленький поезд? Yes. А к третьей картинке мы не будем задавать вопрос, потому что там говорят о предметах во множественном числе.
а наш образец для одного предмета. Картинка 4. Is there a school? Там есть школа? No. Is there a football pitch? Там есть футбольное поле? Yes. Картинка 5. Is there a river? Там есть река? Yes. Is there a bridge? Там есть мост? No. И картинка номер 7. Is there a giant monster? Там есть огромный монстр? Yes. Unit 24, exercise 5. Кто они? Who are they? Прочитай и покажи, кто рассказывает о себе. Читаем и определяем, про кого этот рассказ. My name's Claire. Меня зовут Клэр. I've got a dog. У меня есть собака. He's black. Она черная. I've got an ice cream. У меня есть мороженое. I haven't got a jumper. У меня нет свитера. My jacket is red. Это картинка номер 3. Читаем дальше. My name's Mike. Меня зовут Майк. I've got a jacket and a jumper. У меня есть куртка и свитер. My jacket is blue. Моя куртка голубая. I haven't got a milkshake. У меня нет молочного коктейля. I've got an ice cream. У меня есть мороженое. Ищем картинку, где есть ребенок в голубой куртке и с мороженым. Это картинка номер 1. Последнее описание. My name's Alex. Меня зовут Алекс. I've got a dog. У меня есть собака. My jacket is blue and my jumper is green. Моя куртка голубая, а мой свитер зеленый. I haven't got a bird. У меня нет птицы. I've got a cat. Это картинка номер 2. Важная информация. Структура. I've got. У меня есть. Это краткая форма от I have got. Переводится также. У меня есть. А формы he's got и she's got. Это тоже краткое от he has got или she has got. Unit 24, exercise 6. Разыграйте диалоги по рисункам. Я опишу Клэр. Клэр у нас под номером 3. Has Claire got a dog? Yes. У Клэр есть собака? Да. What color is it? It's black. Какого она цвета? Она черная. Has Claire an ice cream? Yes. У Клэр есть мороженое? Да. What color is it? It's yellow. Какого она цвета? Оно желтое. Попробуйте составить остальные предложения самостоятельно. Exercise A. Посмотри на план деревни и впиши нужные буквы. На плане есть буквы. Давайте смотреть, что нарисовано под этими буквами и вписывать их к нужным словам. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time, everyone.